знаменитый Курамалский водопад. А это в этом году обрушилось, это весной. Каменные плиты образуют некую платформу, с которой падает вода. Место паломничества туристов, гостей. Как видим, лежат стволы, которые что? Обгрызаны. Выше находится находилась бобровая запруда. Сейчас, наверное, ее смыло. В принципе, можно посмотреть. Но вот это продукт деятельности бобров. Такое вот интересное, я бы сказал, загадочное место.